Билетный ажиотаж вокруг Сарарки. У кассы Ледового дворца сегодня не протолкнуться. За билетами на игры плей-офф между хоккейным клубом Сарарка и пензенским Дизелем, как за горячими пирожками. Желающих попасть на игру высшей хоккейной лиги тысячи, а кассы только две, вместо положенных четырех. Отсюда и возмущение болельщиков. Это вообще беспредел. А мы вот здесь вот должны стоять и сжаться, давиться, блин. За такие деньги, между прочим, можно было сделать это все и нормально, по-цивилизованному. Такой дворец хороший построили, а нормальную реализацию билетов так и не могут сделать. Я только что с очереди вылез, чуть, извините, но не выдавили все изнутри. Более того, билеты привезли гораздо позже запланированного времени, сетуют очередники. Люди рассказывают, в толкучке любителям хоккея становилось плохо. Вы видели, какой ажиотаж там стоит? Сколько людей там? Все за билетами. Если бы 4 кассы продавали, то такого ажиотажа бы не было. Напомню, что матчи плей-офф между хоккейным клубом «Сарарка» и «Дизель» состоятся 2 и 3 марта. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.